Наконец-то наша пресса обрела подлинную свободу. Каждый может выбрать газету по своему вкусу. Левый – левую, правый – правую. Ну а тех, кого интересует только свои 6 соток, дачную. Ну как, покупают газету? Покупают, хорошо. Сейчас же приватизация, все взяли участки. Замечательно берут, здорово. Вот здесь, на кладбище, мы познакомились с представительницей еще одной группы населения, которую журналисты тоже не обошли своим вниманием. Хорошо, что у нас, пенсионеров, такая газета появилась, 2 на 1,5. Вот я прочла ее и сама решила тоже вложить деньги. Вот и участочек выкупила. Да, всю жизнь я промоталась по коммуналкам, а теперь у меня своя собственность есть. Ой, спасибо вам, журналистам, что вы так сделали. Теперь и помереть не страшно. Нет.